трогающую душу. Воспитанники музыкального отделения ДШИ номер 2 совместно с учащимися детской музыкальной школы номер 1 покорили Казань. Они выступили на международном конкурсе и взяли сразу несколько наград. Звание лауреата первой степени, приз зрительских симпатий и гран-при. Наш проект оркестров, идея зародилась сделать что-то совместное. Мы вместе, потому что мы вместе – это сила. И подумав с руководителем оркестра «Созвучие», концертного оркестра «Созвучие» Еленой Геннадьевной Федотовой, мы решили сделать что-то вместе. И предложение поступило от нее – сыграть увертюру «Украшение огня» Петрова совместными оркестрами. Такого еще не было – совмещать симфонический оркестр и русский народный оркестр. Выступили несколькими составами. Это концертный оркестр «Созвучие» ДМШ-1, оркестр русских народных инструментов «Мелодия», ансамбль домристов «Акварель», и было два солиста – Шумков Глеб и Максумов Станислав. Ну и, конечно же, совместный проект наш, двух оркестров. Выступление было технически сложным, ведь на сцене одновременно находились 43 человека. Воспитанники ДШИ номер 2 и ДМШ номер 1 в возрасте от 10 до 17 лет и их педагоги. Как признаются сами ребята, поездка впечатлила их не только победой в конкурсе, но и прогулками по Казани. Интересные достопримечательности, интересная культура, музей Чак-Чака посетили. Это вот интересно очень было узнать саму культуру города. Вот, да. Какие эмоции от выступления, вообще как все прошло? Ну, это незабываемые просто впечатления. Как все проходило? Ну, мы долго готовились. Как готовились? Долго репетировали. Так. Какие трудности были, сложности? Ну, не всегда могли все собраться, вместе отрепетировать. Но все-таки мы смогли. На самом деле я вот думал, что мы получим первое место. Прям вот душа болела, знала. Но прям чтобы гран-при я не ожидал, честно. Вот. Сама поездка мне понравилась. Я бы очень хотел еще куда-нибудь съездить. Там, не знаю, в Москву, в Санкт-Петербург, куда-нибудь. Все дороги открыты. Мы же музыканты такие. Свободные. Особую благодарность руководители и участники проекта выражают администрации ДМШ номер 1 за предоставленную площадку для репетиций и родным юных музыкантов за поддержку и сопровождение в поездке. Очень я хочу сказать, что понравилось все. Были, конечно, сначала немножко напряжены в том, что плане, что все-таки международный конкурс. Но, тем не менее, не побоялись, выступили. Я считаю, что очень хорошо дети выступили, в общем, молодцы были, дочка тоже была довольна. Я знаю, что мой брат очень усердно готовился. Репетиции, правда, были очень часто и довольно долгие, потому что, во-первых, времени было мало. Но, несмотря на это, они справились. Ребята не собираются останавливаться на достигнутом и будут продолжать свой совместный проект. Сейчас они возобновили репетиции и готовятся к новым конкурсам и выступлениям.